продукцию, да, облачаемся так, общаемся так, а вот именно вот рекрутирование как-то буксует немножечко. Либо я свою целевую аудиторию не нахожу, потому что я уже бабушка, я не бабочка, не знаю, а другие бабушки не подписываются ко мне. Кстати, пожалуйста, кстати, вот посмотрите, какая она бабушка. Очень красивая, ухоженная женщина. Какая вы бабушка, сколько вам лет? 49. 49? Всего лишь? Да вы еще раз можете замуж выйти. Вышла в такое. Смотрите, девочки, рекрутировать можно везде. Не ограничивайте себя. Если вы будете ставить себе блок, я старая, я бабушка, мне нужны только одни бабушки. К вам будут приходить одни бабушки, но опять-таки эти бабушки будут тоже думать так. Я бабушка, мне нужны одни бабушки. И опять и по цепочкам пошло, да? Нет, рекрутировать можно везде. Есть два вида рекрутирования, да? Это онлайн, офлайн. Да, и онлайн, конечно, рекрутировать легче, потому что не нужно встречаться, ездить, идти вот поработать через Инстаграм, развивать личный бренд. Кто-то у нас Апашки рекрутирует через Facebook, очень хорошо идет оттуда регистрация. Кто-то рекрутирует через Одноклассников, кто-то ВКонтакте. Еще есть одноклассники. Да. Не одноклассницы, а одноклассники есть. Да. Еще есть одноклассницы. Просто я знаю, у меня есть партнеры Апашки, которые рекрутируют. Так. Я сама лично рекрутирую только через Инстаграм. Развиваю личный бренд, оттуда идет регистрация. И знаете, девочки, когда я начинала бизнес, да, я этот Инстаграм раскручивала вручную. Делала подписки, смс-директ. Она вот раз делаешь подписки, уже спать хочешь, считаешь. Иногда думала, блин, как мне надоело сидеть, подписки делать. Но я понимала, да, вот 2 года назад, я понимала, если я сейчас раскручу свой личный бренд, этот Инстаграм будет работать на меня. Прошло 2 года, Инстаграм работает на меня, Кздар. То же самое, не ленитесь. Рекрутируйте вручную, пока... У меня уже 2 человека через Инстаграм. Здорово! Вот зарегистрировали 2 человека, берите оттуда теплые контакты. Вам же разницы нет. Самое главное, чтобы у вас были регистрации. С Инстаграмом зарегистрировали 2, а тут берите теплые контакты. То есть спрашивайте, дайте мне ваших знакомых, которые будут так же, как и вы, активны. Гуляван Жанс, да, что они будут работать. Есть же такие люди? И людей очень много. Сейчас рынок свободный, девочки. Вот в Арифлейм, когда я работала, да, вот 50 лет на рынке, 50, я думала, блин, все знают, что такое Арифлейм. Я думала, я не сделаю там результатов. Но опять-таки, я же сделала там результаты. Я же начинала все с нуля. У меня же тоже ничего не было. В первую очередь нужно воспитывать себя. Говорить уверенно, не ограничивайте себя, работайте с молодежью, оттуда берите теплый контакт, теплый, и всегда теплый контакт включается 2 раза быстрее, чем холодный круг. Инстаграмна статистика бойынша, он адам тіркесеңіз, соны екеуге артықаны. Ал теплый контакт, они же друг друга знают, один будет расти, второй скажет, работает, растет, а что я сижу, мой знакомый, и будет работать он у нас на дороге. Понимаете? Еще есть какие вопросы?